Мы на месте. Хорошо, отправляю голограмму в клетку, тюрьму, 1, 2, 3. Мы приветствуем Романа, я интересуюсь, он готов в диагностике доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит, он говорит, я устал эту голограмму подпитывать. А сейчас мы узнаем, кто-то ее выставил. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Романа, под ногами, 360 градусов вокруг него. И 7 тонких тел Романа находит все. Демон, дракон, рептилоид и 2 грея. Мы с Тамарой ходим парой. Чья это голограмма? Дракона. Какой он, красный или синий беру? Красный. Красный. Считай, пожалуйста, цифры над головой дракона. 3001. Дракон. На каком основании ты установил голограмму в биополе человека и воровал его свободной энергией, которую ему дал Абсолют, тем самым нарушая законы мироздания? Договор он заключил. Договор ты заключил. И с кем ты заключил договор? Дракон, я тебя, это первый раз, я тебя сейчас предупреждаю. Если вторая попытка тебя будет меня еще раз желание обмануть, я начну на тебя воздействовать. Поверь мне, у тебя голова треснет. Ты вошел обманом в его биополе. Какой у тебя договор? Кем ты ему предстал в договоре? Материальные блага он хотел. Он хотел. Ты ему дал эти материальные блага? Что-то дал. Ничего ты ему не дал. Ты ему дал иллюзию. Ты 80% его направлял на пустые дела. И эту пустую энергию ты перерабатывал в свою еду. И я достаю мою печать дракона и включаю сейчас на полную мощность, чтобы показать силу моего намерения этому красному дракону, который просто не понимает, куда он попал и что я могу с ним сделать. Хватит. Стоп, он говорит. Убираю печать. Подумай пока, я к тебе еще обращусь. Обращай. Так, демон, считай, пожалуйста, цифры над головой демона. 12. 12-герцовый демон. Как долго ты находился в биополе, Романа? 5 лет. 5 лет. Ну, покажи ситуацию, как ты зашел, какая была ситуация, на что ты зашел? Он какую-то ситуацию показывает, что он искал решение какое-то и разговаривал. Демон слушал. И? Он пил и разговаривал. А, ты зашел на алкоголь? У него на столе, стол показывает, рюмка на столе, и он разговаривал. И что тебе так понравилось? Энергия алкоголя или энергия, которую он выделял? Пороки какие-то? Вибрации упали. Вибрации упали. Значит, у человека были проблемы. 5 лет назад он с кем-то общался, выпивал, и ты к нему зашел. Правильно я понял? Он больше как сам с собой разговаривал. Вот как. Он слушал его, демон. И что ты ему пообещал? Или ты ничего не обещал? Ничего не обещал. Хорошо, это тебе, во всяком случае, зачтется как правильный ответ. Хорошо. Так, я всем объявляю присутствующим программу, вы обнаружены. Сейчас мы здесь находимся легально. И мы начинаем сейчас реверс энергии, будем забирать, отдавать вам все темное, потом заберем все светлое. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить из биополя Романа все, что он оставил на своей чистоте. После этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Тот, кто меня обманет, тот просто сгорит по каналу. Больше ничего. Все, кто пройдут проверку, те уходят первый раз на свою чистоту. Им будет запрещен вход в это биополе, так как мы его будем проверять. И если кого-то обнаружим после прочтения манифеста, он будет силой намерения Романа сброшен в галактическое ядро. Чтобы этого не случилось, найдете потом себе новое место обитания. Всем понятна программа? Да, понятно. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Романа спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2,
3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Роману. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, дракон, как долго ты находился в биополе? 6 лет. 6 лет. Хорошо. Рептилоид Грей, как долго вы находитесь в биополе? 3 года. 3 года. Так, демон, скажи мне, в квартире у Романа есть порталы? За 5 лет ты должен был об этом знать. Ты же выходил. Он говорит, а где их нет? Ну, понятно. О скольки порталах тебе известно в его квартире? Я 2 пользуюсь. Значит, понятно. И еще не говоря уже о тех, которые движущиеся воронки. Я их там 2 или 3 штуки уже, по-моему, вижу. Хорошо, Алекс, Роман, обратите внимание, вам надо будет обязательно почистить квартиру, потому что воронки – это открытые двери к интерферентам. Все, ждем реверс, окончание. Грей, какую вы энергию отсасывали? Он говорит, о, там много, ну, понятно, разных энергий. Ну, понятно, что много разных энергий. Я имею в виду, как он на физическом плане ощущал ваши подключки? Где у него болело? Какую-то реакцию вызывало? Голова. Но не боль. А что было? Каша. Каша. Туман. Хотя, говорит, там от голограммы и так было. Закрыто. Да. Я вот, кстати, хотел спросить тебя, дракон красный. Я когда сканировал сегодня фотографии, я твою голограмму сразу почувствовал. Она отражает мою энергию и возвращает мои теплые энергии. А ты чувствовал, когда я тебя сканировал? Зря ты ему сказал. От него идет, что надо менять. Технология. Дракон. Что б ты ни менял, ты должен понять одну вещь. Каждый день в 12 часов ночи мы получаем апдейт всех разработок, всех цивилизаций во Вселенной. Креев, рептилоидов, красных драконов, ящеров и всех остальных гуманоидов и так далее. Поэтому на следующий день мы уже готовы к вашим разработкам. То, что я нахожу, это еще не значит, что другие их найдут. Это я тебе просто так говорю. Ты можешь, конечно, дальше разрабатывать, но мы тебя нашли. Реверс закончился. Отлично, хорошо. И тогда сейчас я устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Роман забирает у них чистую, светлую, божественную энергию, которую они у него украли. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. У него на руках... Цепь между руками длинная такая, и кандал, как кандалы на руках, соединены этой цепью. Демон, это твоя работа? Нет, говорит. А кто это сделал? Кто еще может одевать цепи с кандалами? Вот мне уже интересно. Кто ответственный, обращаясь к присутствующим? Неужели магия? Никто из них. Интересно. Хорошо. Сила моего намерения. Эти кандалы и цепи. Значит, 3 снимаются. Влад, разрежь их. 1, 2, 3. И отправляется в клетку, тюрьму, в отдельную клетку. Готово. Хорошо. И от этих цепей я вас сейчас выстраиваю кандалов канал к ответственным, где бы они ни находились во Вселенной. 1, 2, 3. Я их притягиваю сюда. Становится в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Это старое что-то. Что это? Женщина притянулась. Магия. Хорошо. Слова это ее. Хорошо, ну цепи и кандалы есть? Есть. Значит, она есть. Бросила эти слова очень давно. Вот сегодня мы их споймали. И сегодня мы вернем ей назад. Реверс закончился. Отлично, хорошо. Я обращаюсь сейчас к первой выходит. Демон, скажи мне, есть лярвы на теле Романа? Позвоночник. Я тебе разрешу. Ты хочешь их забрать? Заберет. Хорошо, я тебе тогда разрешаю сейчас, но сначала ты снимаешь все, что ты оставил в его биополе, докладываешь мне, и после этого я тебе даю разрешение забрать лярвы.
Потом ты возвращаешься в клетку и ждешь проверки. Приступай. Обращаясь к этой магии, имя свое назови. Женщина. Марина. Марина. Марина, за что ты надела кандалы на Романа? То, чтобы я такого не хотела. Она их так в руку поднимает, смотрит на них. Когда это было установлено? Бросила слово, оно село. Когда ты бросила, когда это было? 25 лет назад. 25 лет назад ты одела человеку кандалы, он 25 лет с этими кандалами ходит. Ты представляешь, какой ты ему ущерб здоровью нанесла? И вообще его жизнь. А что так все серьезно-то воспринимает? Хорошо. Одевая эти кандалы на нее, на счет три. Один, два, три. На эти же места одевается все. И сейчас я выстраиваю канал к этой женщине от Романа. И Роман на счет три дает ей мощнейший откат за все 25 лет своих страданий. Все свои энергии, вся своя его боль, которую он получил от этой магии, до цифрового значения 100%, возвращается назад к этой женщине на счет 3. 1, 2, 3. Пошло отторжение энергии, пошел откат. Возвращаются все программы, подпрограммы, все, что было сказано, все боли. Все. До этого уровня и порога. Приступай. Он говорит, кто такая, даже не помню ее. Но от него идут, как иголки летят к ней. Возвращаются. Хорошо. Что она делает? Колкие слова это. Иголки это колкие слова. Да, у нее, видимо, сила слова такая сильная. Есть такие люди на Земле, которые используют ее не для лечения, а для уничтожения людей. За это они получают вот то, что они сейчас получают. Это в лучшем случае на Земле им повезет. После жизни будет намного хуже. Усиливаем потоки в 100 раз. До последнего микрона возвращается боль. Вся боль, которую получил Роман, за все 25 лет возвращается в течение одной минуты назад. Усиливаем. Она закончилась. Вернулась все к ней. Хорошо. Стоит еще на ногах. Но она как-то не очень понимает, что происходит, почему с ней это происходит. Это последствия ваших действий. Она говорит, что я же не хотела, чтобы так все повернулось. А как вы можете вернуть назад 25 лет жизни Роману, которому мог бы прожить в счастье? Вы ему сковали руку кандалами, которые на вас сейчас. Сейчас вы прочувствуете, как тяжело ходить с этими кандалами по земле. Он говорит, что ты на меня все его беды сейчас взвалить хочешь. Нет, не все его беды, а только та энергия, которую ты дала ему. Я только эту энергию вернул. Все остальные, которые стоят в клетке, они ответственны за свои деяния. Ты сейчас получила за свои деяния. Все понятно? Понятно. Хорошо, демон, давай выходи, снимай все, что ты оставил, и докладывай о готовности. Ботинки снимает с ног у него, ленты красные. Тяжесть? Опущена. Тормозила передвижение. Тормозила передвижение, понятно. В голове все каша. Снял. Хорошо, я тебе разрешаю снять лярвы. Ничего не оставляй. Готов. Хорошо, возвращайся в клетку и жди проверки. Я сейчас хочу выстроить, я выстраиваю сейчас канал от Романа к этой голограмме дракона. 1, 2, 3. И по этому каналу забираю все, что в этой голограмме находится на чистоте Романа. Все его энергии жизни, здоровья, все, что было у него украдено и находится в этой голограмме, на счет 3, возвращается к Роману назад. 1, 2, 3. Канал установлен, и начинается отторжение этих энергий. Роман забирает все свои энергии, голограмма отторгает их и возвращает Роману. Готово. Что там было, Вера? Человеческая энергия. А ты человеческую энергию дракон воровал. Вот, оказывается, как, да? Хорошо.
Но он как сгусток был подключен. Подключен он был к этой голограмме. Понятно, хорошо. Так, все. Переходим сейчас к дракону. Дракон, выходишь, вытаскиваешь все свои платы, подключки и возвращаешься назад в клетку. Приступай. Вот он отключает эту голограмму. Голова подключена. Все снял. Все снял. Хорошо. Так, обращаясь к рептилоиду. Рептилоид, проконтролируй Греев, чтобы они вытащили все из биополя. Приступай. Ну вот если дракон внутри что-то вытащил, у Греев сверху на голове разматывают они что-то. И плечи и тело одето на него, как кольчуга какая-то. Мне интересно, какая у него энергия. Какая веселая компания здесь собралась. Какие-то первородные, ангельские, космические энергии. Все сняли они. Все сняли. Хорошо. Так. С магией мы сами все сняли, да, Вера? Да. Хорошо. И сейчас я даю команду на рассинхронизацию Романа с энергией демона, красного дракона, рептилоидов и греев и магии на счет 3. До 100% идет и останавливается автоматически, когда полностью будет все рассинхронизировано с интерферентами. Готово. Я даю команду, включая внутренний свет Роману. 1, 2, 3. И на счет 3 начинаю выдавливать из него все негативные, патогенные, остаточные энергии на чистоте демона, красного дракона, рептилоидов и греев. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошел белый свет, выдавливается все. Выдавливается автоматически, когда все будет набрано. Нет у них энергии. Нет, хорошо. Все вернуло. Все. Хорошо, тогда я подхожу к Роману, кладу руки на плечи и импульсом высокого вибрационного шокового удара сжигая каналы ко всем интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы. Готово. Открывается внизу портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая. Растворяй. Есть. Хорошо. Все. Вы все отдали. Я сейчас сделаю проверку. На счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Романа. Контрольная проверка пошла. Если что-то есть, малейшие частицы моментально сжигаются. Если что-то осталось серьезное, загорается ярко-красный маячок. Пошел скан. Чисто. Отлично. Хорошо, все прошли. Все, вы поняли, в это тело больше не вход запрещен. Демон, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Готов. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше в это тело не придешь. Слово красного дракона. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Забирает все, что с собой принес. Готово. Хорошо, рептилоид. Ты готов уходить? Готов, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Грей, вы поняли, да? Экспериментируй в другом месте. Поняли. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев. 1, 2, 3. Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Пусть это пока еще постоит. Мы сейчас перейдемся по частотам. И переходим на частоту магическое воздействие. 1, 2, 3. Если таковое есть, было, проявляется. Ну, это она опять вышла, она как фыркает, слова бросает. А у нее есть, интересно, магическая защита, Влад, просканирую. Нет, она сама Нет. по себе такая. А, понятно. Это такие опасные люди, которые... Чисто своим этим вот. Хорошо, все. Она получила все, что она должна была получить. Свой урок она получит потом в физическом теле. Мы закончили с ней. Будем возвращать. Открывается сейчас против часовой стрелки портал на этой же
чистоте этой женщины. Один, два, три. И она уходит с этой цепью, с этими кандалами, одетыми точно так же на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Клетка пустая? Голограмма стоит. Открывается под ней портал в галактическое ядро, и голограмма улетает в галактическое ядро на переработку. Готово. Хорошо, Роман, как вы себя чувствуете? Свобода у него идет слово. Свободно. Хорошо, я просто ваше внимание еще раз обращаю на ваш жилье, где вы живете. Интерференты сказали, что у вас в квартире находятся порталы, как минимум два. Поэтому обратите внимание, что вам что надо обязательно их будет закрыть. Иначе это все равно, что спать возле туалета в плацкартном вагоне, где открыты все двери. Всегда будет кто-то приходить между тремя и четырьмя часами ночи. Так устроено все. Поэтому, если вы сохраните эту чистоту, высокие вибрации, то и жилье у вас будет чистое. Я думаю, у вас наступит очень хороший период в жизни, спокойствия, концентрации, энергии. Сейчас вы начнете восстанавливаться, восстановление длится около пару недель. Вот, и после этого вы почувствуете полный прилив энергии. Может быть, даже и раньше. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отлично. И отключаемся от Романа и перемещаемся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте.